На базе юридического факультета Российского университета дружбы народов прошла вторая летняя школа по правам человека. Мероприятие проводилось в рамках проекта межвузовской магистерской программы «Международная защита прав человека», успешно реализуемой консорциумом вузов при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и МИД России. Вопросы прав человека, они существуют в любой стране, включая Россию. И наша подготовка студентов и специалистов по правам человека в рамках магистерской программы это обеспечивает, чтобы студенты, у них было хорошее понятие, что происходит конкретно в любой стране и какой подход нужен к этому вопросу. Магистерский программ по правам человека, он один и уникальный в мире, который поддерживается Управлением Верховного комиссара по правам человека. Летние школы неизменны. Углубленное изучение универсальных и региональных механизмов защиты прав человека, деятельности договорных органов по правам человека, системы ООН, Европейского суда по правам человека, обсуждение актуальных вопросов обеспечения прав человека в России в свете международных стандартов, изучение прав человека в контексте вызовов и угроз 21 века, содействие формированию безбарьерной информационной среды в сфере образования в области прав человека. Такая летняя школа носит междисциплинарный и практический характер. Участников очень полезно послушать уполномоченного по правам человека, люди из аппарата его. И практиков из Европы мы пригласили тоже профессоров, которые занимаются этим вопросом. В этой летней школе у нас будет как-то два самых главных вопроса. Это вызовы 21 века и потом европейский и универсальный систем прав человека. Целевая аудитория летней школы – это студенты, магистранты и специалисты, а также аспиранты. Рабочие языки – русский и английский. Работа школы включала в себя цикл лекционных и практических занятий со слушателями по теме Human Rights Based Approach с использованием современных интерактивных методик, проведение первого конкурса «Модель Европейского суда по правам человека» с участием команд из российских и зарубежных вузов на английском языке, обучение слушателей по секциям «Угрозы и вызовы 21 века и права человека» и актуальные вопросы обеспечения прав человека в России. То, что мы делаем, мы хотим расшириться. Сейчас у нас 3 вуза в Москве, и сейчас в рамках нашего магистерского программы мы хотим эту программу расширить тоже, чтобы у него были видеотрансляции, и этой программе можно было принять участие через интернет, потому что Россия большая, интерес большой в других вузах, но это невозможно физически, чтобы преподаватели ездили в все регионы России, там, где есть интерес. Перед слушателями летней школы выступили эксперты ООН, сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, профессора вузов, членов Европейского межуниверситетского центра по правам человека и демократизации, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, профессора и ведущие преподаватели кафедр международного права российских вузов, известные российские правозащитники и представители неправительственных организаций. Мы обеспечаем методологию, мы обеспечаем все информации и все новые методы, как обучать права человека. Успех мероприятия подтверждает тот факт, что теперь летние школы по правам человека будут проводиться ежегодно. И следующее мероприятие состоится в Казани в июне 2015 года. Я им пожелаю, чтобы по получении дипломов они получили хорошую работу или в России, или как получится в международных организациях.